всем добрый вечер. Сейчас 16 градусов в сарае. Что, пришли мы в сарай. Сегодня пятница. Неделя рабочая закончена. Впереди два выходных. И как обычно, куча работы. Сейчас я зашел в сарай. Ну и нужно пропенить эти, как его. Швы начать пропенивать до конца. Вот. То времени нету, то еще что-то. Вот. И в принципе решил заснять, да и ответить на некоторые вопросы. Пишут. Ну и заодно покажем, что у нас тут. У нас тут свинка спит. Эти бойцы отдыхают. Тут идет кормежка. На первый вопрос, который бы хотелось ответить, это комментарий написали такой интересный. Як можна спілкуватися українською мовою, а в інтернет-спільноті штокать і гдекать, щось типа того. Ребят, я вам скажу так, що я розмовляю як і українською мовою, так і на русском языке. То есть я не являюсь не употребляю чисто украинскую мову, потому что я ее не знаю. Я говорю суржиком, частично украинскую, частично российскую. Ну, так у нас разговаривают. По поводу там говорить украинскую мову, да, можно говорить чисто украинскую мову, але не спілкуюся українською мовою, грубо говоря, всі спілкуються суржиком у нас вдома, то в принципі как-то тяжеловато говорити так, это раз. І говорити мені там, писати, от ми живемо в Україні, ми там повинні говорити на українській мові, там, те, се, п'яте, десяте, там, типа, насчет патріотизму, теж. В принципе, можете не писать. Ну, это касается именно тех людей, которые мне вот это пишут временами по поводу моего общения, как я и что я. В принципе, что еще хотел сказать. Там писали, писали по поводу, советовали по поводу поила, как сделать. Ну, в принципе, как я и думал, повырезать трубки, сделать шланги. Блин, еще что-то там писали, я уже не помню. Ну, вот это такие вопрос запомнился прям, что про язык. Что я хотел еще рассказать по поводу кастрации на 4-5 день. В принципе, так как мы в Дании на 4 день кастрировали, так я покастрировал дома. В принципе, мне понравилось. Все хорошо. Поросятка себя чувствует отлично. В принципе, я и дальше планирую. Ну, дай бог, получится все. Планирую кастрировать на 5-й день. Все едят, резать, что там бегалазы. Вот. В принципе, я доволен. Вроде все хорошо. Как с этими бойцами. В принципе, все хорошо, так и с теми, все нормально. Один отошел, я говорил об этом. Вот. По поводу вот этой свинки рыжей, спрашивал, чем покрывать, советовали покрывать альбой. Ну, у нас пока нету тут таких пород свиней. И говорили там, не покрывать батей там, по поводу там близкородственной связи, там имбридинг, все дела. Конечно, мы это отслеживаем, мы знаем, где брали семя, когда посеменяли ее маму, то есть, соответственно, мы семя, чтобы ее покрыть, будем брать вообще в другом месте, и эти места не связаны. Ну да, они тут в округе, но я сомневаюсь, что они как-то связаны.
Планирую, наверное, если получится, Дюрок либо Петрен. В принципе, нормально, я думаю, будет. Ну, будем посмотреть. Вот эти поросята от Дюрка. Вот и белые, и эти. Там мне писал, по-моему, Алексей, Animal Friend, по-моему, ник у него, что покрывать Петреном будут более мясные. Да, я понимаю, там более мясные, не более мясные. Но мы покрывали одну свинку Петреном. Вот, и нам поросята не понравились на откорме. Ну да, хорошо, когда много мяса, нету сала. Ну и оно не такое жирное. В принципе, да. Мясо хорошее, все хорошо, но нам от Дюрка понравилось больше. Ну и нам, и людям. Поэтому, да, и в Дании, в принципе, покрывает только Дюрком. Петреном не используем. Этот, кабана у нас в хозяйстве нету. Искусственно покрываем, соответственно, отслеживаем линии, чтобы не покрывать детей папами, там, братьями. Вот два жевжика, которые планируются на забой. Скоро. Ну, так отдыхают, едят. Еда у нас постоянно есть. Эта свинка сегодня 37-й день, получается. Ну да, я 6 января ее сменил, 37-й день. Она вроде, ну не вроде, они перегуливают, все хорошо, да? Да, Манюнька? Да? Она тоже спокойненькая, первородочка, она начала круглеть, поправляться. Соответственно, она на норме, много кушать не даем. Вот. Ну, вроде спокойненькая, заходим, пусть еще, ну дай бог, конечно, ранние сроки. Упоростности, ну заходим, чтобы они не жохали с нами, к нам, а было все хорошо. И возле морды можно почухать, все нормально. Так же самое было и с теми свинками. Я когда приехал, они уже были там, ну, на подходе, тоже там каждый вечер зайду, там по пару минут уделяю. При опоросе, при поросятах они себя вели спокойно, слава богу. Ну, в принципе все. Ну а сейчас вон буду брать пену и буду пропенивать. Пропенили вот, где. А вот эти, раз, два, три. Три, по-моему, а этот не допенил вот тут на стыках. Ну и, соответственно, надо там все запенить. У меня вон есть один баллон. Сейчас тут пройду. И, ну, насколько хватит. Завтра уже с утра в магазин. Ну и что поставить, чи допенить. До конца бы у нас надвигаются морозы. Вот. Такое. Что с рыжа мала не дыха кушать? Наилась уже. Ну так что так. Цих бойцов еще не важив. В принципе, сегодня у нас что, яке? 12, вони 5 вечером. Ну на выходных буде время. Завтра, по-моему, надо цим железо колоть. Уже 2 тижні їм. Вот. Ну, може, завтра покрою железо, покажу, сніму, если буде кому, и, соответственно, попробую їх зважить, ну, хотя бы по одному, щоб хай не поднимали, то, в принципі, все. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, собачите, як вони п'ють воду. Надо менять на сосковые поилки, на мебельные. Вот. Ставим лайки, комментарии, дизлайки. Всем удачи, всем пока.